Дело в том, что вы, скорее всего, имеете долг. Что это за долг? Этот долг называется кармический. То есть вы кому-то сделали плохо, может, забыли, кого-то обманули, может, кто-то на вас обижался, может, даже оговорили вас, может, там все что угодно быть. В христианстве это называется покаяться. То есть когда человек живет, то он не кается ни в чем. Что нужно делать? Если вы не ощущаете радости душевной, кайтесь. Говорите, ох-ох-ох, прожила жизнь непонятно как, каюсь в этом. Если обидела кого в своей жизни, пусть меня простят. И после этого, если это не помогает и радость душевная не появляется, нужны стенания. Или пост. Попоститесь один раз в неделю. Можете заниматься еще спортивными упражнениями, там, поприседать или еще что-то сделать и сказать себе, я вот так страдаю, потому что решила отдать долг свой в своей жизни для того, чтобы обрести в дальнейшем сердечную радость. Почему? Человек не может обрести сердечную радость, если он имеет очень большое отягощенное зло, которое он нанес другим людям или себе. Очень часто это может быть связано с воспоминаниями плохими. Знаете, даже к людям, которые умерли. Послушайте, наша жизнь так устроена, что бы ни произошло, это все произошло ранее. И сейчас это новый лист бумаги. Как бы вы ни переворачивали книгу, она все время будет только в настоящем моменте. То есть это страница настоящего. Как бы вы ни ковырялись в прошлом, оно вам ничего не даст хорошего. Но плохим может вас очень наполнить. Поэтому не ковыряйтесь в прошлом, не вспоминайте в прошлом. Если кого-то обидели, рукой махните, покайтесь, скажите, ну его, ничего страшного, пусть простит меня. Если вам что-то сделать, скажите, на все воля Божья, значит, такая была судьба. Вот начинайте каждый день как с чистого листа. Это очень изменит вашу судьбу. Это такой хороший совет. Не получается, занимайтесь стенаниями. Пусть стенания в виде физических упражнений, можно там для себя придумать, там стояние на гвоздях. Я предпочитаю массаж. Я прошу массажиста, чтобы он пришел и сделал мне очень болезненный массаж. То есть там для мышц хорошо, знаете, так, чтобы поглубже и там побольнее. Знаете, в этот момент я говорю, эх, рассчитывая за все свои плохие дела, пусть будет вот таким образом идти расчет. Ну и занимаюсь спортом, выбираю там 3 или 4 дня в неделю и начинаю бежать, начинаю приседать, начинаю поднимать тяжести какие-то до 7-го пота. При этом, когда это делаю, обычно говорю, я это делаю, посвящаю все радости душевной, пусть она в моей жизни будет. Будет радость душевная, будет жизнь прекрасная. Так мир устроен. Если нет радости душевной, все равно, где вы будете жить, везде будет плохо.